Максим Лексутов, вице-мэр Москвы, гражданство Кипра. Член Совета Федерации Андрей Клишес, имеет ПМЖ Швейцарии. Член Совета Федерации Арсен Коноков, имеет вид на жительство в Великобритании. Член Совета Федерации Елена Мизулина, вид на жительство в Бельгии. Андрей Турчак, зампредседатель Совета Федерации, секретарь Генсовета Единой России, вид на жительство в Франции. Александр Бабаков, член Совета Федерации, гражданство Великобритании. Сулейман Керимов, член Совета Федерации ПМЖ Франции. Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы, вид на жительство в Великобритании. Александр Емесков, депутат Госдумы, грин-карта США. Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы, гражданство США. Депутат Государственной Думы Андрей Галушко, имеет вид на жительство Франции. Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы, гражданство США. Игорь Лебедев, заместитель председателя Госдумы, грин-карта США. Николай Борцов, депутат Госдумы, гражданство Великобритании.